Всем привет! Сегодня мы будем делать Arduino робота на полноприводной платформе, который управляется с Android смартфона по Bluetooth. Можно будет включать фары передние и задние, бибикать, регулировать скорость. Итак, начнем. Для работы нам понадобится сама платформа, плата Arduino Uno, два драйвера, модуль Bluetooth, набор крепежа, провода, два аккумулятора, светодиоды, отсек для батареек, выключатели и бузер. Сначала мы ставим пластиковые стойки для плат. Теперь крепим платы. Крепим модуль Bluetooth. Крепим отсек для батареек на двухсторонний скотч. Теперь устанавливаем выключатели. Теперь прицепляем задние фары, куда мы уже припаяли резистор 220 Ом. Теперь припаиваем провода питания. Устанавливаем верхнюю платформу. Теперь крепим бузер. Ставим передние фары. Подключаем моторы к драйверам. Теперь подключаем провода согласно схеме. Мы подсоединили все провода. Теперь нам нужно закачать программу. Ссылка будет под видео. Теперь нам нужно залить скетч на плату Arduino. Но перед этим нужно отключить модуль Bluetooth, потому что он нам будет мешать. Подключаем.
и загружаем скетч. Скетч загрузился, и наш робот к движению готов. Подключаем модуль Bluetooth на любой первый пин. Включаем Bluetooth, открываем программу, подсоединяемся к роботу, проверяем. Все работает. Всем спасибо и пока. Thank you.